Десногорцы уже привыкли, что у них по соседству особый объект – колония-поселение номер 5. За 37 лет работы там изменилось многое. В первую очередь, это условия содержания. Заключенным позволено трудиться на благо муниципалитета, а результаты их труда теперь отмечены на самом высоком уровне. Понимаю, не по своему желанию вы приехали в Десногорск. Но мы с вами все ходим под Богом. Как говорят, не судьба или судьба, но это не Бог. Жизнь продолжается. Михаил Лосенко вручил грамоты и пожал руку каждому, кто проводит отведенное ему в неволе время ответственно. Заключенные заняты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, работают уборщиками и грузчиками. Их труд нужен и на реконструкции кургана славы, благоустройстве городских памятников и скверов. Также условия заключения традиционно дают возможность в освоении спортивных дисциплин. В учреждении проводятся спартакиады по волейболу, футболу, шашкам. Администрация колонии такое поведение поощряет. Были вручены грамоты, и по итогам первого полугодия в дальнейшем будет издан приказ о поощрении осужденных за активное участие в общественной жизни учреждения, хорошее поведение и добросовестный труд. Таким необычным вечером отмечен и новый временной рубеж. В этот день, 5 июля, колонии исполнилось 37 лет. Важным достижением можно считать и то, что здесь полностью отсутствует преступность и поддерживается отличная дисциплина. А это выгодно выделяет учреждения от себе подобных. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.